Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем следить за строительством дома из клееного бруса в одном из коттеджных поселков Подмосковья. Сегодня я, ведущий программы Андрей Довгопол, и наш постоянный эксперт Андрей Курышев вновь приехали на этот объект, чтобы посмотреть, каким образом проводятся работы по обустройству подкровельного и межэтажных пространств. Однако вначале хочу напомнить вам, что за работами на этом объекте мы следим уже около года. Итак, на участке стоял старый дом из древесно-стружечных блоков. Позже это строение было демонтировано, и на его месте началось возведение этого красавца из клееного бруса. Фундамент дома неглубокого заложения, однако старые блоки ФБС, оставшиеся от прежнего здания, вытаскивать не стали, а вмонтировали в основание нового дома. Ну что ж, теперь основная коробка дома уже практически закончена. Рабочие вставляют окна и двери. Нужно отметить, что окна и двери сделаны также из дерева. Оно и понятно. В доме из природных материалов все компоненты тоже должны быть по возможности экологически чистыми. Но сегодня наше внимание привлекло правильное обустройство подкровельного пространства. Здесь, как нигде еще, правильно проводятся все работы. И, конечно же, мы не могли упустить такой шанс и в очередной раз приехали на этот объект, чтобы поговорить и посмотреть на материалы, с помощью которых обустраивалось это строение. Ну что, Андрей, вот мы пришли сюда, да, в это подкровельное пространство. И здесь я вижу, что здесь, в принципе, утепляют крышу. О крыше мы довольно много говорили, смотрели, как говорили, что надо утеплять именно пенополистиролом. Но как это делать, мы еще не показывали. Давайте сейчас покажем и расскажем, как это делать правильно. Да, похоже, что да, не показывали. Это у нас, получается, мансардное помещение в доме из клееного бруса. И вот здесь специально для того, чтобы хорошо утеплить крышу. Дело в том, что крыша здесь имеет обычную форму двускатную. Вот. Это как бы простая форма, и она позволяет наиболее простым методом сделать стропильную систему и закладывать утеплитель в стропильную систему. Вот стропила были установлены в начале. А какая вот толщина здесь в этих стропилах? Значит, толщина стропил здесь небольшая. Это стандартная, в общем-то, стропила 180 мм, бывает 200. Но если вы обратили внимание, это стропила из сухого дерева. Оно высушенное, его не ведет, и оно струганное. Это практически элемент вот этого клееного бруса. Вот из таких брусков собирают клееный... Вот сам брус. Сам вот дом, да. Сам дом. То есть практически это сырье для склейки бруса. Оно было закуплено для того, чтобы делать из него крышу. Рабочие строго промерили расстояние между стропил. Обычно говорят, что утеплитель 60 сантиметров толщиной, вот, шириной вот такой вот утеплитель. Это вот наш пенополистирол экструзионный. Но на самом деле он шириной, по-моему, на 4 миллиметра меньше, чем 60. То есть 596 миллиметров. И вот... Сделали ровное расстояние между стропил для того, чтобы он встал в притирку, так сказать. Вот. Вот первый лист устанавливается. Вот мы видим уже установленный лист. Вот устанавливается сюда. Вот там уже у нас вентиляционный продух. То есть там вот уже как бы улица и крыша. Улица, уже там улица. Оттуда в подкровельном пространстве осуществляется вентиляция. Угу. Вот это у нас гидроизол. Сейчас пока нет основного кровельного покрытия, здесь будет металлочерепица. Вот. Растилен гидроизол, потом на него будет уже положено основное покрытие. Он имеет сейчас временную, как бы. Он не будет сниматься, он там так и останется. Ну, просто сверху положит уже. Просто сверху положит кровлю основную. И таким образом мы вкладываем 8 сантиметров. Вот это утеплитель. Ну вот я обратил внимание, что он, в принципе, не похож на те, что мы видели предыдущие. Они были чуть тоньше. Это вот какой-то другой материал? Да, отличается? Это другой материал. Ну, не другой, это просто разные производители пенополистирола. Угу. Это импортный пенополистирол. Он сделан без так называемой четверти. Вот это вот пенополистирол, который предназначен для укладки сплошным ковром. Угу. Вот в нем сделана четверть. Это так называемый вырез. Вот это кусочек такой, да. Выходящий. Вырез, да? Который служит для... Ну, не будем, хотя можно, конечно. Для того, чтобы не было швов
и протекание воздуха через него. Так вот, здесь будет, точнее, есть уже на самом деле два слоя пенополистирола. Один – это основной, который лежит между стропил. А второй слой вот такого пенополистирола, он закрывает уже, собственно, сами стропила. Таким образом, стропила, в общем-то, они где-то являются собой мостик холода, потому что 20 сантиметров дерева, по ним идет промерзание. И для того, чтобы защитить его, как раз и ставят вот этот, да? И дополнительно для того, чтобы защитить его, ставят другой слой, уже ровным ковром кладут. Угу. Так у нас получается плотный слой утепления, в результате он составляет 5 сантиметров плюс 8, 13 сантиметров материала. Вот. Очень прилично довольно. Это вполне достаточно, учитывая, что пенополистирол практически самый теплый материал. Угу. Теплее него только пенополиуретан. Это порядка 0,03 у него коэффициент теплопроводности. Это очень хороший параметр. И учитывая, что там получается достаточно большая 10-сантиметровый слой продуха, угу, вот это подкровельное пространство практически не будет нагреваться летом, потому что черепица, нагреваясь до 60-70 градусов солнцем, все тепло с нее будет сдуваться подкровельной вентиляцией. Ну, Андрей, но ведь у нас довольно-таки большой слой пенополистирола, да, но плюс не надо забывать там о парах, которые выходят из квартиры. Вот обычно, как мы видели везде, да, кладут еще парапрозрачную пленку, да, или паранепрозрачную, смотря кто как правильно сделает. Ну да. Вот, но здесь мы такого не видим. Во всяком случае, какие-то пленки всегда мы видим, даже в мансардных помещениях. Да, значит, здесь ситуация такая. Обычно необходимо укладывать сначала пароизолирующую пленку, то есть пленку, которая не пропускает ни воды, ни пара. Но это делают в тех случаях, если у нас крыша утепляется минеральной ватой, которая имеет свойство втягивать в себя пары воды и увлажняться. И когда она увлажняется, у нее резко ухудшаются утеплительные свойства свои. В данном случае пенополистирол совершенно ни вода, ни пара не проницаем. У него очень низкий коэффициент паропропускания. То есть он не боится ни воды, ни пара. Понятно. То есть просто вода, если вдруг у нас кровля повредит, она просто по нему скатится. Да. То есть в данном случае, если у нас случается протечка крыши или какие-то конденсат какой-то, здесь не будет конденсата, но тем не менее, он совершенно не повредит этому материалу. То есть мы совершенно спокойно можем из шланга даже налить воды, и вода вся пойдет и стечет сбоку крыши, около дома. Вот. Также он не боится паров влаги изнутри дома. Поэтому здесь нет никакого смысла применять ни паронепрозрачные, ни паропрозрачные пленки. Они просто здесь избыточны. Еще одним несомненным плюсом данной конструкции является скорость монтажа блоков утеплителя. Справиться с этой задачей вполне по силам двум рабочим. С помощью саморезов блоки прикручиваются между собой, а первый слой материала плотно вставляется в проем между стропилами. Так, например, этим строителям понадобилось всего 3 часа, чтобы полностью утеплить участок крыши с внутренней стороны мансардного помещения. Такой метод утепления, да, он дешевле или дороже обычного, как минваты? Почему? Дело в том, что, конечно, пенополистирол практически самый дорогой утеплитель. Вот, он стоит порядка 8-9 тысяч рублей за кубический метр. Вот. Но в то же время я считаю, что он стоит своих денег, потому что при этом мы получаем очень эффективный утеплитель, не намокающий. Это одно из, на мой взгляд, главных, самых главных параметров. Видите, дело в том, что щели, как бы, обычно ведь страдают от щелей. На самом деле, когда вот он закрывается вторым слоем, даже те минимальные какие-то, хотя я их здесь на самом деле не вижу, продухи для воздуха накрываются вторым слоем, и практически не остается никакой возможности для сквозняков каких-то, протечек воздушных. Однако даже у такого, казалось бы, идеального материала есть свои слабые стороны. Экструзионный пенополистирол, как и другие виды полистирола, при нагревании выделяют вредные газы – стиролы. Однако этому дому такие проблемы не страшны. Грамотная вентиляция подкровельного пространства надежно выводит газы за пределы дома.
Таким образом, использование экструдированного пенополистирола в крыше безвредно только в том случае, если у вас есть хорошая вентиляция кровли. Ну что ж, Андрей, давайте теперь посмотрим, может ли гореть этот материал в случае пожара. Ничего не может. У нас все может гореть. Как известно, у нас даже камень горит, вулканы. Вот, сейчас я специально для этого случая запас замечательный приборчик. Как у вас много все-таки приборов? Сейчас мы устроим небольшой пожар. Так, значит, вот нам обещано, что этот материал горит, но не поддерживает горение. Вот как только мы убираем газовую горелку, он у нас остывает. Пахнет, конечно, мерзко. Вопросов в этом нет. Да. Вот. Но тем не менее, вот при пожаре, как бы он, если его специально не жечь, он быстро. Вот сейчас мы другой попробуем материал поджечь. Вот это как горит, понятно. Это материал отечественного производства. Так, а вот материал импорта. Вот материал европейского производства. Ну, кстати, плавится тяжелее. Ну-ка, давайте отберем, посмотрим, как он себя ведет без. И воняет, кстати, совсем по-другому. Приятно. Нет, серьезно, да. Будет смеяться, но он не пахнет, как материал отечественного производства. Ну-ка. Слушай, он пахнет вообще как... Да, в сауне. У него какой-то, да. Как в сауне. Можно сказать, что дым отечества нам не сладок и неприятен. Да, смотри, удивительно. Вот, причем самое интересное, что материал импортного производства стоит даже немножко дешевле, чем отечественный. А он, видите, горит гораздо ленивее и вообще не горит. И дым нормальный, я не задыхаюсь. Вот от этого прямо сразу кашляю. Да, 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 да. Ну, потому что он такая... Да. Он пластмасс. А теперь поговорим о конструкции межэтажных перекрытий в этом доме. Самым распространенным заболеванием деревянных домов является низкая звукоизоляция одного этажа от другого. Таким образом, многие жильцы второго этажа слышат, что происходит на первом. Кроме того, при неправильном монтаже деревянных конструкций, пол второго этажа, равно как и первого, сотрясается от шагов жителей дома. Это, конечно, зачастую омрачает жизнь в деревянном доме, и многие застройщики отказываются строить деревянный дом именно по этой причине. Однако здесь мы увидели, как просто и недорого справиться с такими проблемами. Вот я здесь вижу совершенно спокойно такую пленку, да? Интересно такое. Что это такое? Зачем она здесь нужна? Ну, мы привыкли к пленке, которая под крышей, а вот чтобы на полу лежала, как-то мы еще не видели, честно. Андрей, ну, надо, наверное, начать с того, что мы находимся с тобой на втором этаже дома. Ну, это да. И это у нас межэтажное перекрытие. Угу. Под нами первый этаж, мы находимся, стоим на полу как бы второго этажа. Вот эти толстые балки, которые проходят, это, собственно, из клееного бруса изделие. Из такого же, как сделаны стены. Вот это идут тоже из высушенного дерева, причем струганного, поперечные балки. И таким образом у нас получается структура решетчатая, которая делает перекрытие прочным. Вот видите, во мне много веса, я вот топаю, и мы как будто бы находимся на бетонном основании. Обычно вот деревянные дома страдают тем, что люди экономят на перекрытиях или не делают их решетчатыми. И когда ходишь, вот все так, начинает дрожать. Все так подрагивает неприятно. В данном случае такого эффекта нет. И вторая проблема межэтажных перекрытий из дерева – звукоизоляция этажей друг от друга. Ну да, зачастую, когда находишься на втором, слышно на первом, как топают сверху, как играют дети, да, кричат и так далее. А на втором слышно, как на первом работает телевизор. Так вот здесь... Этот вопрос решается, вообще этот вопрос всегда решался таким образом, что в старых домах, даже вот каменных постройках, раньше же не было бетонных плит перекрытий, монолитов никаких, в особняках делали тоже деревянные перекрытия. И вот это пространство просыпали либо песком, смешанным с глиной. Либо сухими листьями. Либо сухими листьями, смешанными с песком. То есть вот такой... тяжелой как бы консистенции, потому что звук
на самом деле не пропускает масса. Угу. Вот. А песок является самым лучшим непропускателем звука. Угу. Потому что песок, он является собой такую тяжелую структуру, и она получается сыпучая. И вот если мы изобразим звук снизу, то как будто мы песок этот начали вот так вот трясти. Угу. И таким образом энергия звуковых колебаний уходит в механическую энергию перемещения песка. То есть как бы застревает в песке, да, и дальше не идет. Да, то есть звук застревает в песке. Вот песчинки перемещаются, угу, таким образом акустическая энергия переходит в механическую, ну, практически в тепло. Угу. Песок трясется, перемещение песчинок потом повышает температуру до тысячную долю, может быть, градуса Цельсия. И вот задача сейчас рабочих, на самом деле, просыпать песок вот в эти пазухи. Угу. Дело в том, что вот вы стоите сейчас на толстой фанере. Да. Эта фанера, по-моему, 22 миллиметра. И она прикручена на саморезах, специальных саморезах для дерева. Надо не забывать, когда мы работаем с деревом, использовать саморезы для дерева. Эта фанера 22 миллиметра, достаточно толстая, для того, чтобы выдержать примерно 50-70 килограммов вот этого песка, угу, на квадратный метр. Это слой, наверное, 3-5, а может быть, побольше сантиметров. И вот эта фанера, можно на ней стоять смело, потому что она, на самом деле, у нас прибита не гвоздями, а прикручена на саморезах вот по дереву. Они отличаются от обычных саморезов тем, что у них расстояние между вот этими бороздками, угу, гораздо больше. Дело в том, что дерево обладает как бы волокнистостью, и для того, чтобы хорошо саморез держался в дереве, ему не нужна частая резьба. Это именно вот такой толщины они были здесь? Вот здесь саморезы, да, вот такой величины, а может быть, даже больше. Этот дом весь делается на саморезах. Они не так дорого стоят, чтобы их, в общем-то, везде использовать. Вот таким образом у нас фанера привинчена на саморезах. И вот здесь, вот в эти пространства, будет просыпаться песок. И вот сейчас мы возьмем ведерочко второе и для и примера просыпем и посмотрим, что из этого дела у нас. Андрей, но тем временем, пока вы просыпаете, тем я хочу спросить, а пленка это здесь для чего, тем не менее? А вот пленка как раз для того, чтобы у нас песок не просыпался ниже на голову, потому что иначе у нас вот будет, видимо, постоянно быть песок. Да, постоянно будет песок. Здесь будет лежать тоже фанера, но фанера более толстая, даже 25, а может даже 30 миллиметров. Угу. Вот. И там будет у нас пустота. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что песок является не только отличным звукоизолятором, у него, кроме того, весьма высокие тепло- и аккумулирующие свойства. Если песок просыпан в межэтажном пространстве,